Кактус. Так, ну пока... Еще я на улице спускаюсь. Да, спускайся на улицу, сейчас я к тебе прибегу, будем тебе оружие править. Потому что это говно полное, это воздушка моя. Да я сейчас тебе СКС дам, выдам. Мне бы АК какой. АК, чувак, очень редкая хуйня, я нашел один АК, ну, блядь. О, сапоги. Надо патроны к нему искать. Сейчас будем второй АК искать. У китайских скиновских сапоги нашел. Ну там есть такие, да. Я их одену. Правда, не красные. Красные — это панковские такие, а там еще на. Ну, типа как антифы. О, огнетушитель. Огнетушитель лажа. Это сам. Да не, огнетушитель лучше, чем тяпка. Ну, разве что. Два прям огнетушителя. Так куда мне идти-то? Пока это, помнишь те же ангары, которые мы основали? Ну вот я возле них. А мужики, вы рапи, вот когда бездельничаешь, ждешь, у вас никого нет. Когда что-то начал мутить, вы в Дейзи выбираете. Притом все... Ого, зомби ко мне бежит. Все вчетвером при этом, да? Говно. Запилил. Мотоциклетный такой, покрасил его молниями. Нихуя не по бэку. Такой анимешный, я бы сказал. Не видел? Нет. Я тебе кину. Что, Вано некий ужас? Вано будет... Жесть. Такой, знаешь, как, блин, сказать... Верить в оранжевых молниях огненных. Разрисован. Ну знаешь, как граффити мотоциклы рисовывают. Зачем Вано это сделал? Не, я говорю, Вано, ты что, ебнулся? Это ж вообще не похоже. Ой, еще сапоги. Это какой-то гламурный Скайрим с примесью мотоциклов современных. Не знаю, зато прикольно. Так а что он в своем старом костюме не ездит? Ну, в одном и том же уже, наверное, лет 7 гоняет. Ну, и у него же нормальный шмот. Ваня-то? Да когда он тяжелый, блядь, бессмысленно. Там со слоном прям. Как чай? Нет, он слон. Так я, короче, в ангарах ошиваюсь. Вован, куда ты? Да, да, ошиваюсь. Я уже одного зомбеевича застрелил. Военного. Сейчас я через кайс принесу. Белорусский сервер дико лагает. Не, зашибись. Наверное, потому что минский. Женёк, ты тут рюкзак есть, ребят. Женёк, а что у вас за хуйня обитает там в Минске? Ужас. Палочник, да. Ну я видел. Что за хуйня? Палочник? Этот, Слендерман. Буратино. Тебе сэр кидал видос? Просто я бы ссывал вот этот сервер. Я ссал ему на лицо. Прям пис-пис-пис, да? Просто меня зомби бьет и все, а я в километре от него. Вчера. Женёк, так что это за хуйня? У вас в новостях это показывали или нет? Ага. По стене ползет ужас там в Минске. Стоянно. У меня еще чекушка не съехала, как я этот видос увидел. Да это фейк. В смысле? Ты уверен? Конечно. Там нихуя на графу не похоже. А нахуй ты говоришь, что это... Так это, а зачем в новостях тогда у вас показывали, объясни? В Рашке это в новостях показали, что в Минске такую ёбу. У вас показывают уже, нет? Не знаю, может показывают. Он на даче был. Я не буду на этом сервер. А, ты же на дачу. А чё, сколько у тебя пим сейчас, посмотри? Знаю, миллиард. 52 у тебя пим, чё ты? Как кликнуть, чтобы посмотреть пим? П и себя выбираешь в списке. П английскую. 44. Нет, что за говно? Чё лагает это? Чё магну выкинуть? Так мне серва. Я рюкзак нашел, надо как? А, глава, у тебя же интернет ещё говно. У сэра не лагает? Нет, мне нормально сделали враги, я им там позвонил. Тут рюкзак, надо кому? Мысли рак. Не, не надо. Интернет нормальный. А где вы все тусите? Живете? Я на западе. Я на этом на аэропорту. Сам. Да, на западе, в Гришинском. На Гришинском аэропорту? Да, да, да. Так он дороги назад не найдет. Я его выведу обратно. Ну как проводник? Так он в Москве. А я вроде как в другом культурном городе. В городе. Блин, магнум зашибись. В Москве? А я вроде как в другом культурном городе. Сейчас я к тебе бегу уже. Чуть никого нет. Я могу тебе к магнуму дозарядник дать патроны. Слышь, Женек? Давай. Мне покажут. Вот, мне показывают. Кстати, цепура у тебя появилась. У меня тоже красный. Да, это я бегу. Смотри, блин. Беги к зданию с беседкой, я сейчас туда прибегу. Вы на немноголюдном, что ли? На многолюдном. Вот, тут уже дофига сейчас людей. Женек, какой зданик? С вышкой или вот... Ну, с беседкой такой наверху. С вышечкой. А, такой, все. Да. Но я возле него. Ну где-то там спрячься можешь. Я внутри буду. Ты чувствуешь, когда нашел СКС на боссе на сервере. Спрайт надо кому? Блин, я уже едой затарен по полной. Ты поддерживай себе энергетит, гидрейтит состояние. У меня гидратит.
Ну, чтобы светлый на энергезе должна быть, чтобы ты отпиливался. О, что ты гидрач. Сейчас я тыбочка съем. Мы тебе потом расскажем теорию кукушки. Сэр, ну вот гнида, я только собрался пилить. Мы не оставили мне выбора. Все, у меня энергетики гидрач. О, картошка какая-то. Сэр, так это маленько несправедливо, нет? А, гнилой киви. О, кобура, надо кому? Нет, у тебя разгруз. Копоролась на себя кидай, если у тебя разгруза нет. Не, у него разгруз. А, у меня разгруз. Разгруз намного больше помещает. Помимо пистолета он еще всякую хуйню может нести. А это что, батарейка? Это потом, когда боковые... О, кола! Боковые кобуры появятся, тогда... Короче, у меня хавки на роту солдат хватит. Так и надо, блядь, бегать. Потом, блядь, будем... Ты на открытых местах долго не задержишься и не ешь. Короче, я это, на вышке это. Угу. Гнилой апельсин. Заводной. Я, кстати, сегодня пересмотрел. Апельсин. О, это ты? Это зомби. Нет, это зомбак. Зомбак. Я да, зомбак. Так, видишь его? Спалить. Может, выстрелить с него? Ты можешь. Хуй знает, чувак. Может, просто... включёшь внимание, если там раки рядом бегают. Что-то я, кровь идёт, а ему пофиг. Кровь идёт, а ему пофиг? А, всё, всё, он упал, упал. Ты уверен, что это зомби был? Да. И зомби не идет кровь. Да. Ну, короче, я его убил, он упал. Ты, блядь, ты уверен, что зомба? Как он одет? Так я сдалека в рванине какой-то, он шатался. А, шатался? А, мужики, что за дела? Не удалось подключиться к силе. А, перезайди. Такое бывает, мне тоже надо бывает стрим, не отключается. Блин, а вдруг на выстрел... А что, если на выстрел прибегут другие зомби? Ну, такое часто бывает. Ну такой ебло Киану Ривза, а что если? О, водичка. Я бегу, женёк, по дороге. Давай, давай. Ну если они есть в округе, то прибегут. Они на определённом расстоянии слышат. Что, зомбы? Да. Им можно подкрадываться, если спины... Блин, это ты... Ой-ой-ой! Меня уже режут. Вот. Это ты выстрелил? Вот. Да, я два выстрелил. Смотри, аккуратно, я уже и соссал. Что, у тебя прям жалость так, что... Я просто воду пил. Вон еще зомби, это ты. Это ты впереди? Я бегу. Слышь, тебя зомби идет по левую руку. Повернись налево. Не, направо, значит. Видишь? Вон еще один. С другой стороны еще один. Вон, куда я смотрю. Вован, а? Фига себе ты ее. Иди сюда, сейчас ты оружие отдам. С которого СКС, короче, с лазаряда. Слышь, я думаю, надо отсюда уже валить, а то сейчас другие пацаны пойдут. Сейчас. О, так, кепочка. Куда попали? В сторону Дубровки, я вам навстречу могу. Не, мы сейчас пойдем это, милитари бас. Что это такое, бандам? Наверх? Да, нет, сходим, где помнишь, там это рядом. Это. Давай меня подождете и потом вместе. Скидывай, выкидывай свой споттер говно, он тебе не нужен больше. Выкидывай. И под Патрики к нему тоже? Да, все хуйня, это не нужно. СКС не нужен, я выкидываю. Да, СКС выкидываю, не нужен. А как споттер? Да просто перетащи его. Бери из рук. Тут обоссанный белорусский. Пробел нажми. Все, я выкину. Так, иди сейчас, я тебе скину оружие, иди сюда. Ой, зомби, Вован! Разберись. Так ты сам должен разбираться, топор. Покуда я достану. Все, я. А слышь, симпотная такая, да? Некрасиво. Ну была она, нормально. Так, Женек, иди сюда, сейчас тебе патронов, патриков надо. Вот это вот патрики? Патрики и оружие нормальное, СКС называется. Патрики я забрал. О. И вот СКС бери, с прицелом оно сразу. Хорошая винтовка, мощная. Все. 10 патроны и дозарядник один к нему еще. Смотри, как прицеливаться? На правую кнопку мыши один. Смотри, правую только нажать и отпустить. А можно нажать и держать, это разные действия. Быстро нажать и отпустить или нажать и держать, это разные действия. А, давай пойдем сейчас со мной, Женек, тогда гоняем. Я к вам перехожу на сервак? Да. К себе, сэр, присоединяюсь. Да? Подожди, у меня же были прицелы где-то. А их, наверное, не надо, у тебя прицел самый, у тебя другой прицел не присоединяется к нему. У вас мало народу. Нормально. Голова, тебе СКС с прицелом не нужен? У меня обычный. СКС? Да. Так подожди, я нажимаю один, а зажимаю, вот прицел идет. А как ты говорил, один раз нажать, ничего не получается. Ну просто зажимаешь, ну типа такое, он прицеливается в мушку.
Ну да, там, да. Нажал резко и отпустил, это одно. Один клик, короче. Это... У меня только получается, чтобы если зажать. Увеличивает. А если один раз... Не, нажми отпусти вот просто быстро. Кликни. Не, ничего не получается. Да остановись просто. Просто прицел, чтобы посмотреть. Вот один раз нажал и все. Ну, возьми оружие. Клик. Оружие у тебя поднято, пробел. Да, да, да. Вот, один раз нажми, у тебя будет прицел смотреть. А если просто... нажмешь и держишь, то просто приблизишь. Да, типа дыхание задерживает. Ой. Это он тебя зарядник перезарядил. Это то вместе простые бы патроны туда ставили. Ты куда ушел? Я в здании внутри военного. Она ел 5 часов с лишним. Ну я сейчас еще доиграю, потом буду доделать. Какие-то шконки, нары. Таскать, смотри, грязь сюда. А, это военное здание. Я уже подметал. Нет, это казарменное военное здание. Я сегодня уже подметал тут. Я подметаю, тихо. Ну у тебя по-армейски. Ладно, пошли за мной, Женек. О! Я какой-то шлем. Он рюкзак. Слышь, а еды че не брал? А у меня полный все. Я так же забитый. Пошли за мной. Надо сейчас. Я все потерял. Ну ты где я? На дороге. Назад развернись полностью назад. Я тебя. А, вон вижу. Пошли. Солнце светит. В глаз. А, у меня только мощь. Шли. Идем. Ха. Да мы же приключенцы! Голова, ты где? Ты вышел на другой сервер? Да. Ну так потом встретимся. О, аптечка? Там ничего не было. И отвертка. Мне сейчас нужны рожки калашниковы, тогда я буду нормальным персоналом. Спики какие-то. Так, ну ничего нужного. Пошли дальше, ребята. Что-то тут нет движухи. Вы сейчас на аэропорту, да? Да, мы сейчас бежим дальше. Нет, пошли. Движухи. Я не вижу движухи. Может, в сторону Дубровки побежите, не? Нет, мы сперва на военную базу заскочим. Может, калаш еще один найдем. А у вас еще за оружие? СКС. С одним зарядником. А, с прицелом? Да. Покрашенный. Зелененький. Я все мило сделал, Дима. Я бегу, как старая бабка. Как тебе мило сделал? Я бегу, как старая бабка. Нормально. Мужики, вот зачем? Не надо так. Я только начал что-то мутить. Так а у тебя же шмот есть на вах. Ну мне надо до ума довести. Я, короче, эти ходули видел, Дигилекс. А ты купил их? Я чертежи спиздил, я их делаю. И ты типа будешь на этих? На копытах? Ну да, и маску за 10 тысяч заказал, демона. Так тебе надо крылья за навески, как у Игоря были. Не-не-не, навески это у кровожадов, а есть попроще такие с двуручами. Ну слышь, как Игорь вышел на последний парад за навески. Что за Игорь? Лоярский, по-моему, ну, есть, да? Спецназовец. Да, есть. А что он вышел? За навески? Ну он последний парад, типа, крылья у него отрастили, такие занавесочные. Такой красный цвет такой, жесткий. Ты меня помнишь из веток еще? Да. Голова, что ты спрашивал? Ну это моя эта идея. Ну как я буду мутировать. Да, там недалеко от храма. Ну и скотча побольше надо, такого синего. Ну, из веток, и из занавески, и скотчины. Ага. Ты не одобрил это как профессиональный ларп-задрот всей Беларуси? А там с нами в команде едут белорусские ролевики, они тебя знают. Я говорю, а вы Женьку Голуна знаете? Да не, не очень. Ну, этот наш, Урук-то. А, этого знаем. Вот так вот я. Я тебе даже имя, фамилию могу сказать. Короче, хорнитыми белорусские ролевики. Ну, там, да, белорусы сейчас по боли едет. Ну я говорю, а вы Женьку Гомон знаете? Ну он тоже такой здоровый лось, рухая реконструирует. Бля, не знаю. А это Урук наш. Ну Урук, конечно, знаю. Ну помнишь, ну Урук типа наш. Вот так вот. Ха. Ну приятно, знаете. Ну типа, что тебя знают как Урука. Ну да. Местного. Местный Урюк. Вот если бы у вас Лар был по Властелину, о. А по Готике бы поехал? Поехал бы. А Вархаммер Раску неверно, что ли? Ну, Вархаммер что-то, я не знаю, не привык. По Варику я поехал. За троллей лесных. Солнце светит прямо в глаз. Инфилинкин, пидорас.
Я, кстати, Илью Эп свел с этой, с дочерью президента. Он ей свой стегло даст на Ведьмака. Ну, если зачем? Договориться. Зачем ей стегло? Но она хочет ездить на Ведьмака стражником на воротах. А Ведьмак у вас не ларп? Обычно натюрали. Это питерский там. Разборка питерская. Пацанская. Так, что мы в казармы какие-то забежали. Да, следует. Так, вы уже ушли или нет? Мы в какую-то тюрягу зашли. Ну еще более западный, О, берет какой-то. Берет он не нужен, у тебя шлем лучше шлем. Берет красиво. Красивше. Если найдешь FNX буга, я тебе к нему патронов навыдаю. Точнее, магазинов. А время сервера не помните, какое было? 15-11, что ли, говорили? Что-то такое, да. Противогаз есть. Давай подушек каких наберем. Под жопу ложись, ну, чтоб сидеть. А тут это... А зачем? Во-первых, в игре это не условно. О, тут дозарядник для твоей винтовки. Иди сюда, обойма еще одна. Вот здесь вот она лежит. Вижу. На. Вот я сейчас гидрейзит, энергейзит, а что-то хилинга нет у меня. А он может через 8 минут он как-то отбал. Да там даже до 15. О, рюкзак! Слышь, Вова, надо? Нет, у тебя хороший рюкзак, у меня тоже хороший. У тебя самый вместительный, у меня маскирующий. У тебя какая-нибудь там бутылка или есть, или этот? Фляга есть, пустая. Фляга? Пустая, вот ее можно заполнить. Ага. Могу сейчас показать как. Давай. Правую кнопку. А берешь, не, берешь, короче, в руку берешь бутылку, да, или флягу свою подходишь. F и что, надо 8 минут? Нажимаешь F, и у тебя появится, ну, он воды попьет, а потом появится у тебя drink water. А, так у меня фляга руина. Руинит? А, выкидывай, сейчас тебе бутылку дам. А, значит, не получается, да? Не, руинит, выкидывай, на все, мне даже вода нет, сберявая. Сейчас я тебе тогда бутылку дал с водой. А, блин. Или когда дождь идет, ты можешь мокнуть как бы. Да ладно, мне воды дохренища. На бутылку. Не, бутылку просто пополнять можно, на чем удобно. Я тебе вот скину. А, пластмассовую это обычно? Да, пластмассовую она пополняется. Че ты говоришь, FNX найти 901? FNX, у меня к нему и этот есть. Обоим и к нацистскому один. Ой, бля! Сука. А, все, заполнил, по-моему, водой, да. Ага, точно. Зомбы из ниоткуда на него. Вот зомбы из ниоткуда, это пиздец мне, для тебя же для пятого. Ну, а, ты где? Я в казарму забежал. Понял. Отрабатываю по казарму. Так тут какие-то толчки. А вон ты срёшь. Ну их надо почистить. Вилкой? Да. О, патроны 7.62 надо? Это для твоей винтовки, чувак. Забирать? Убивай лорда ситхов, раз. Чего? Стреляю, расстреляй. В кого, блин, ты, я думал уже кого. А у тебя есть рожки на 30 патронов, не? Ну, один есть. Один? Дай мне его, пожалуйста. Ага. Иди сюда. Не такой, на 7.62 39 нету? А, нет. А ладно, пошли дальше. Сейчас последнее место идем и... Мы в какие-то толчки зашли. Нет, это казарма. Это казарменная. О, потом куда? А вилка есть почистить толчок? Нет. Смотри, сейчас, подожди, посмотрю карту, куда мы дальше пойдем. Сейчас мы пойдем, короче, за Гришином. То есть за Гришинским аэропортом есть город Выбор, а чуть дальше от него, южнее, находится Military Base. Мы туда побежим. Все, пошли. Так, может, меня подождете, Гришин? Тусите в Гришин. Так мы, блядь, рядом это все находится. Смотри. Ван уже весь мир наизусть знает. На зубок? Нет. Солнце светит в глаз. Это... Если едешь на Кавказ. Ага. Короче, загнались вы ролевыми играми. А ты нет? Не, если бы по Властелину колец было, там эпично. Там толчки. Ну там такие пафосные эльфы всякие были. А. Такие, которые есть? Эльфы по жизни. Разум. Потом у кого-то школьник что-то сказал. Женька, маменька там ругает. Да. Че, всю игру мы бегаем. 90... Не. Мы сейчас не бегаем, сейчас мы лутаемся, чтобы потом просрать бездарно лут.
Царова где сейчас? Мы в сторону выбора бежим. Давай с тобой встречусь, голова, ты где? Больше. Так ты, Антон, на этот сервер зашел? Слышь, голова, давай это... А ты на другом сервере? Да. Ну мне на них бежать, я рядом с тобой в Черной Поляне. Так мы потом вернемся к вам тогда. Так а чё, полезем к ним на сервер или как? Ну, сперва добежим, потом полезем. Какая там разница? Так а чё, на одним сервере? Ты изольше не убегать? Не, я сейчас... Так а чё у тебя ком галимый? Ты не на гомоновском серваке, да? На другом. Я на гомоновском. Нет, голова. Да. А чё, рак что ли? На гомоновском? Нет. Гомоновский какой-то рачный лагает. Нормальный сервак. Не знаю, я зашёл, там всё залагало. Просто всё, это у меня. А мы бежим по дороге! А у вас, Вован, ты, кстати, в говно вступил, у тебя след какой-то. О, на грязные ноги. У тебя ноги грязные в натуре. Тихо. Ну. А, от меня тоже идет. Мы в говно вступили куда-то. Да, по важной траве вообще пробежали просто и все. Налетело сейчас на нас штук 20 зомби. И жестко отымело. О, машина, поехали. Чем-то нужна? А, кроссовки. Ладно, пошли дальше. Тут зомба мразотная стояла по колено в текстурах. Я подошел и башку сломал. Чтоб не стояла. Угу. Орёт так страшно. Что за хуйня вообще? К калашу пропали все эти, блядь. Обоймы, блядь, все пропали. Одной обоймы, блядь, не найти. Как и так было почти не найти. Не, раньше я, блядь, даже, блядь, диски находил на 70 патронов. Рачки все собрали. Не, ну сервер только вот он обновился. Здание закрыто. Ну, продайзи голосом этого. Раздвол. Вот, рачки. Они начинают кормиться. Они очень любят лук. Что-нибудь такое сочинить. Обзор снять. Как мы видим, здесь уже все съедено. Здесь рачки прошлись косяком и активно питались. Шесть. Еще какие-то военные базы. Ну, это военная база. Давай я тут на шухе поставлю. Короче, пушку надо же поднимать, я так понял. Ну, можно. Что, не само поводить? Я помою попозже. Сегодня? Да. Ко мне? О, водиться. Аккорд одевать. Не, ну если выпьешь, одень, а так лежит. Я пью водиться. Чё тут не ладно, слышь? О, удочка какая-то. А, это... Женя, хочешь я тебе дам этот нацистский пистолет с собой? Пробел. Пробел. Скоро тебя пробуют. А? О, бинокль, пацан. Бинокль не нужен. Бинокль нужен, но тут она боссана работает, поэтому не нужен. Не, только Леш, так нормально работает. Бери бинокль. Да ладно. На тебе нацистский пистолет, Женя. Ну он на какой-то этого похож. Я тебе скину нацистский. Да мне некуда ложить, че, кастрюлю выкину. Что лучше, кастрюля или нацистский пистолет? Ну, вопрос должен быть очевиден. А ты где? Я забежал в соседнее здание, и тут пистолет-пулемет лежит. Это как? Голова, ты больше еще? Угу. Короче, мы потерялись, все. Не, не потерялись, в соседнем здании просто. Жек, я фурик нашел. Так ты же там спортивы тоже нашел. Я не стал или... Ну видишь, мод тут брони не добавляет, походу, да? Нет, тут броня есть. Нет, у тебя шлем добавляет жут дикой брони, армейские ботинки. В голову есть. Да, еще тут бронежилет отдельно есть. Есть бронежилет. Все, голова ногами не дрыгает, а плывет по земле. Ну, зомба? Не. Гай, ты на моем сервере? Нет, еще сейчас зомба. О, кепочка какая-то. Зомбы точно.
Да что перезаряди, я дверь хочу открыть, он перезаряжает. Так ты F нажимаешь, и ты посмотри, что у тебя сбоку последит. Если у тебя на зарядник есть, то на F он будет перезаряжать. Е, я на колесико нажимаю. Укладывайся. Книжка. Да, еще одна обойма для нацистского пистолета. Ты на втором этаже? Мне кажется, я слепый. Ведут еще нацистскую форму, то либеральная общественность осудит эту игру. Может, тут может быть в нацистской форме, нацистским пистолетом заставлять на коленях кричать «Хайль Гитлер». Я басовал либеральную. Чего делал? Басовал. О, либеральная общественность? Угу. Короче, где тут управление? А везел мне либеральная общественность, что написала эти три книги. Как ее обоссал, рот ее. Ну, с тобой дяди поговорим. Стыгнуться, а как открыть дверь? Именно дяди. Шаг вправо, шаг влево, вверх, влеч. Что ты о них думаешь? Я думаю, их надо кинуть в самую глубокую яму просто. С дерьмом? Бля, мне неизвестно с чем, просто. Сервер обрубился. Ага. Сколько у вас времени на сервере? Я и не знаю. Не, вы не помните?